гнезда сделали, а вот с боков тут, вот оно, остается такое место свободное. И туда выпадают яйца. Вот привезли навозу 3 ведра. И эти туда валик такой делается. И вдоль всего гнезда от гнезда 2 гнезда. Это Володя Пащенко вот у меня. Берет и... Я подавал ему, но тут ставил на 2 ступеньки выше. Но сейчас по-другому никак. И вот они. Вот в конце тут видно, вот какое место доски не хватило. То есть боялись, что лишнее. И теперь оказалось, что с той стороны, где соприкасается с крышей, заткнули там бумага, белая бумага. Теперь вдоль этой доски тоже валик нужно сделать. Из навоза конского сходили у Андрея, 3 ведра принесли. Очень легко, засохло и ничем не отличается от голубиного. Вот и все.